План Хиллари Клинтон по Сирии может спровоцировать третью мировую войну. Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова критикует соперницу, на этот раз в интервью агентству Рейтер. Он считает неудачным предложение Клинтон создать бесполетную зону и зону безопасности на земле для защиты гражданского населения в Сирии. Он считает, что приоритетом должна быть победа над террористами, а не уход президента Башара Асада. Что касается выборов в США, Трамп предупредил об опасности фальсификации итогов голосования. Бизнесмен уверен, что возможную победу Хиллари Клинтон может обеспечить подтасовка голосов. При этом он обвинил однопартийцев в том, что они игнорируют проблему, и призвал их внимательнее следить за ситуацией на избирательных участках. Республиканцы в ответ раскритиковали Трампа, якобы он бросает тень на избирательный процесс, не приводя конкретных аргументов.